раз. Здоров, Дэн, и ты смотришь канал Pitbull Race. А сегодня в гостях вот эти два красавца. Нам очень часто задают один и тот же вопрос: какой взять фитбайк для новичка? В нашем прокате было много фитбайков от разных компаний, таких как BSE, GMC, Apollo, Kayo. Но в этом году мы остановились на этой модели, и сейчас я вам расскажу почему. Двигатель на этом фитбайке установлен UX125, один из самых надежных и зарекомендовавших себя на рынке фитбайков. Складные рычаги. Резина с высоким грунтозацепом, идеальная для бездорожья, и на каждом колесе установлен буксатор. Светодиодная фара, карбюратор Nibby и очень удобное сиденье. Идеально подходит для райдеров от 160 до 180 см. Чехол на задний моноамортизатор. Цепь КМС 428. Благодаря грамотному соотношению цены, качества и надежности именно эти модели питбайков у нас в прокате. Если ты начинающий райдер, доверься профессионалам и выбирай данную модель. Самое приятное то, что этот питбайк в нашем магазине стоит всего лишь 60 тысяч рублей. Подписывайся на наш канал, ставь лайк и до встречи на трассе. Подписывайся на наш канал Pitbull Race и приходи в наш прокатный магазин.